дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Неужели мы такие всемогущие? Чего? Любая критика в адрес Тишина, понятно? Любая. Понимаете, это поиски Кремля, что-то Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. За Россию! За победу! Ура!